Одной из проблем в Хасавюрте на сегодняшний день является большое количество бездомных животных. В частности, речь идет о бродячих собаках, которые нуждаются в помощи, поскольку после недавнего случая в Махачкале отношение некоторой части людей стало более агрессивным. В связи с этим в одном из окраинных поселков города начал функционировать временный загон для собак, где волонтеры ежедневно ухаживают за тяжелобольными животными. На данный момент в загоне находятся 7 собак, одна из которых неизлечимо больна. Около недели назад в загон поступила собака с тяжелой травмой передней лапы. Начавшая свое распространение гангрены, собаки ее ампутировали. Ежедневно количество больных, нуждающихся в помощи животных, заметно возрастает. Бороться с этой проблемой приходится неравнодушным волонтерам, которые решили открыть загон больным и беспомощным собакам. Как отметили активисты, отсутствие опытных ветеринаров в городе сказывается при оказании необходимой помощи питомцам. Большая трата времени и потери жизни животных возникает из-за перевозки больных в столицу республики для оказания жизненно необходимой помощи от квалифицированных специалистов. Которые поддерживают, люди, которые нам помогают. Ну и еще также люди, которые говорят, что нам нечем заняться. Основное касается собак, то, что это наджас, это трогать нельзя, это грязное и так далее. Не было случаев, вот больше года мы занимаемся, чтобы кого-то покусала собака. Как сейчас люди говорят о том, что нападают, кусают, школьникам не дают ходить. Не было. Вот у нас 7 собак на сегодняшний день, ни одной из них агрессивной нет. На данный момент временный загон для собак арендуется волонтерами из личных средств. В дальнейшем, по словам активистов, планируется постройка загона на окраине города. Но для этого необходимы материальные средства для приобретения земельного участка и оборудования для содержания и ухода за бездомными животными. Бурлия Цамбиева, Тагип Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».